Китай вважають країною традицій та забобонів, бо ж навіть прихід Нового року вони відмічають з дотриманням численних і загадкових ритуалів. До прикладу, як свідчить одна східна легенда, у Новий рік всі злі духи і демони покидають місця свого проживання, а тому можуть заселитися у будь-якому будинку, накликаючи тим самим на його господарів різні нещастя. Для того, щоб цього не трапилося, треба відлякати нечисту силу. У стародавні часи для цієї мети у вогонь кидали бамбукові друзяки, які сильно тріщали при згорянні. А от що китайці використовують для цієї мети зараз та як загалом святкують Новий рік, розпитаємо у експерта з китайських традицій Ганни Волчок. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Тож, сьогодні, 28 січня 2017 року, ми відмічаємо Новий рік за східним календарем. Загалом, він протриває до 15 лютого 2018 року. Чому загалом така тривалість, чому виходить за рамки року, який ми вже усталеного такого, і чому в Китаї не можуть визначитися все ж таки з остаточною датою початку року? Ну, дело в том, что там как раз все очень определили и точно зафиксировано. Единственное, что Новый год празднуется в Китае по лунному календарю. А поскольку этот календарь подвижный, поэтому праздник в Китае он припадает на число с 21 января приблизительно до 21 февраля. И вот в эти дни празднуют Новый год в зависимости от того, как... В зависимости от небесных светил, скажем так. А почему он длится 15 дней? Да, потому что это очень важный праздник в Китае. И это единственный, можно сказать, официальный выходной в Китае. Поэтому, китайцы святкуют на Да, и очень разумею. Важно, опять же, это связано с традицией, с легендой, что все собираются дома. Вся семья большая, она собирается дома, потому что там кто уезжал, они давно не виделись. И приехали. Почему? Потому что вот злой дух, один самый главный такой... чудовище, зверь, нень, раньше когда-то спускался в поселение, да, и нападал на людей, вот, рушил жилище, и поэтому жители старались собраться с семьей и отпраздновать максимально хорошо этот день, да, максимально Что, накрыть стол. Чудовище их захопило, ну, с одной стороны, они пытались как-то задобрить этого животного, что готовили еду, вот вообще всевозможное мясо, какое только можно, чтобы оно было такое То-то жирное. Богатый стил, да, богатый как стол. В Украине, так да, и в Китае, да, заведу накрывать на Новый да. Рик. Но кроме этого, почему еще богатый, почему самую лучшую одежду одевали, новую, красивую, почему убирали жилище, почему вот все вычищали, сами подготавливались, потому что это мог быть последний день жизни их, если вдруг это чудовище не нападет на них. Фатальное, да, но так было не всегда. Однажды всем стало известно, что это животное боится красного цвета, хлопков, дыма, ярких всяких... фейерверков, вот, и с того времени, сохраняя вот эту традицию такого бережного отношения, потому что это может быть и последний день, да, собственно говоря, нень, это и означает как бы год, да, то есть уходящий год, а сам Новый год в Китае называется чунзе, то есть праздник весны или праздник жизни, то есть они переходили от старого к новому, и поэтому, сохраняя вот ту традицию, когда они не могли ничего сделать с этим зверем, его победить, они начали одеваться в красные цвета, чтобы защитить себя от этого зверя, устраивать всевозможные фейерверки, как вообще масштабные шоу, чем больше огня, чем больше хлопушек, яркости всего, тем шествие дракона, например, да, как повелителя поднебесной, это очень сильно важно было в этот день, потому что ярмарки, которые вот на протяжении вот всех тех 15 дней устраивались ярмарки, шоу. Это же таки наповнено, так да. Свято для китайцев. А там стоять... Я так розумію, що кожен день мав нести щось своє, тому що 15 днів... Да. Например, финальным праздником был праздник китайских фонариков. Вот мы их всех знаем, так, они тоже красные. Щодо ліхтариків, чому, навіщо прикрашають будинки китайці ліхтарями? Как раз для того, чтобы защититься, они красные, защититься от этого самого неня. Потому что кроме фонариков, очень-очень их много должно быть, используют еще такие надписи над дверью. Да? Ой, да. И вот самый главный такой иероглиф, да, который гласит, это фу, счастье. Вот. Поэтому его можно увидеть везде-везде. И вот эти красные конвертики, да, которые, в которых они дарят. Давайте покажем нашим глядачам. Да. Вот такие конвертики.
Что зазвичай дарують у таких конвертах? Ну, можемо здогадатися. Да, конечно, это деньги. Я думаю, счастье. Да, конечно, это деньги. Но поскольку, опять же, поскольку китайцы, они очень практичны, очень. Угу. И праздник этот, Новый год, связан с празднованием жизни, то китайцы дарят именно то, что нужно для жизни. Это еда, чай, это одежда, да, или же деньги, да, как эквиваленты. И поскольку семья очень большая, места, может быть, в доме не так много, поэтому хранить там где-то, прятать эти подарочки, они, может быть, нету места. А вот деньги подарить в конверте очень хорошо. Знаем, что там есть, да, навіть цілий ритуал подарунків, як потрібно презентувати. Да, ну, что касается, например, вот денег, да, то это должны быть очень-очень новые самые купюры, обязательно в красном конверте, и число их должно быть четное, в отличие от наших традиций. Ну, потому что вот четные они считались благостными и считаются благостными цифрами, а нечетные наоборот. Но здесь очень важно, чтобы не было числа 4 в этих цифрах, потому что число 4, оно связано с потусторонним злым миром. Вот. И что еще важно, один из таких главных посылов, чтобы подарки, которые вы дарите, они дарились от сердца, то есть двумя руками, от сердца к сердцу преподносились. Тоже символично. Дарувати их можно при всех, чи все ж таки краще там на одинці? Но это зависит и от статуса человека, да, которому вы дарите, и от обстоятельств и от самого подарка, который вы дарите. Пані Ганно, вы принесли до нас еще такие интересные, я не знаю, это подарунки, что это такое? Розповідайте. Ну, вот это, например, такие печеньки символичные с пожеланиями, но это как бы эквивалент пельменя того самого, или клёца, как они его называют. Почему в Китае очень традиционным это блюдо считается? Потому что пельмень звучит как дзяо-дзы, то есть переход от старого к новому. Вот. Кроме того, они еще едят лапшу длинную, такую, которая является символом долголетия, да, долгой жизни. Так, давайте далее покажем, да, что у вас. Пельменьки эти с пожеланиями, да, там всякое хорошее. Вот это такой, такая статуэточка, бог Цай Шенье. Это вот как раз добрый дух. Что он символизирует? Охранитель... Он защищает, да, это буду. Хранитель жилища. И вот вы у нее видите такой слиток золота в традиционной форме. Да. Так, как раз то, что вот пельменьки глядачі напоминают. Так, вот бачите, вот тут такой злиток, да, невеличкий такой. Ага. А вот это зелененькое, это жезл Жуи. Нефритовый он в оригинале должен быть. Это тоже такой символ пожелания счастья, благодати, радости. И вот этого бога очень сильно почитают, потому что считалось, что как раз вот в канун Нового года он поднимается к императору и сообщает ему о том, как идут дела у этой семьи. Поэтому... Доверенная особа, да, скажем так. Да, и поэтому вот фотография, которая всегда находилась в кухне у очага, у хозяйки, перед тем, как сжечь в конец года, ее губы этому богу смазывали сладкой водой или медом, чтобы речи, которые он рассказывал, были сладкими. Вот. Потом сжигали эту фотографию, ставили новую и опять же угощали им. И ну, я так розумію, ще у нас символ року прийдешнього є. Да. Петух. Да. Кстати, хотела бы сказать, что вот в нашей традиции петух часто воспринимается как такое очень агрессивное животное. У китайцев... Неоднозначно оно такое, да, зазвичай говорить. Да, да. Но на самом деле петух очень красивое животное. Это символ элегантности, благородства, вот, движение, опять же, к своей цели. Вот если предыдущий год обезьян был такой очень разбросанный, яркий и... то петух, он, в общем, целенаправленный такой. То есть можно уже планировать и двигаться к тому, что вы раньше запланировали. Вот ну, а, власне, коли ж починається святкування? В ніч, все ж таки, як ми звикли, так, коли пробуває 24-та година. І далі сім'я сидить за столом, чи все ж таки всі виходять на вулицю і вітають один одного? Сім'я сидить за столом, і це происходит ночью. Представляете, вот они ожидают того зверя еще, которого, который придет, и он может напасть на них. Конечно же, они
празднуют, они в таком бодром состоянии. Это ночью, да, они празднуют за столом, все собираются. Иногда они даже вот там такой котел на столе приготавливается, и прям в нем варится сначала мясо, каждый себе выбирает, что он хочет сварить, они друг другу это подают, ну вот, то есть общаются, это общение такое, все вместе ожидают вот этого зверя, который... Що ж, я бачу, що дуже багато спільного у нас є східними, власне, традиціями в Україні. Я так думаю, що наші глядачі сьогодні обов'язково долучаться до цього і теж будуть святкувати, тому що маємо, по-перше, ми маємо сьогодні суботу, а по-друге, чудовий привід для того, щоб теж відсвяткувати. Дякуємо вам, що завітали до нашої студії, розповіли про ці традиції.